Всем привет! Наше утро начинается с парка. Мы сейчас стоим на оплату парковки. Сейчас я вам покажу. И смотрите, кто там гуляет. Нас уже олени встречают. Здорово. А мы приехали в парк на хайкинг. А семьи организовали а-ля поход. Будет что-то 7 миль, детский маршрут. Но тем не менее. Мы в парк Секвой приехали, заговариваюсь я, в Санта-Крузе. Сейчас будем оплачивать парковку. Так, мы въехали в парк, оплатили парковку. Парковка стоит всего лишь $10. Огромное количество машин, то есть каждая машина по $10. Это, собственно говоря, не маленькая сумма набегает. Но, тем не менее, я вот что хочу сказать, что... Это здорово, то есть они могут обслуживать, организовывать. Наши любимые места, места силы. Да, Данюш, как тебе? Нравится? Супер. Пошли, Сергей, пройдем чуть-чуть, потом... Гуляем. И такие тут малыши. Олень, ты где? Олень! Мы уже вышли с территории парка. Не снимала, потому что у нас несколько видео из этого парка есть. Сейчас, смотрите, дошли до речки. Мостик какой-то. Еще большой высокий мост. И здесь поезд проезжает. Да, нет. Там грибы нарисованы. Да вон. Как называется речек? Мы уже прошли. Идем третью милю. Далеко-далеко. Сейчас спускаемся вниз. Высота. Я не знаю, слышно, не слышно, уже шум реки. Но мы уже спускаемся в вечность. Просто в вечность идем вниз. Уже ноги устали. Спустились вниз. Очень долго спускались. Наверное, это был мой самый длинный спуск. Предстоит такой же длинный подъем обратно. Мам! А, иду! Дерево как над обрывом. Ой, огромный ствол. А мы куда-то все идем и идем. Даня уже воду залез. Там глубоко. Нет. Да, нам надо перейти вброд вот туда. Ты? Вброд? Носки хорошенько засовываем. Туда. Так холодно. Прохладная вода, да. Пошли, Катюш. Будешь маму ждать или сама пойдешь? Как тебе, Дань? Пойдешь со мной? Приподнимем. Ой, хорошо. Можно, да, кто-нибудь хочет посмотреть? Покушать. Я все хотят хочу. Покушать. Значит, вот если был бы здесь твой младший ребенок, старший ребенок, он бы их выловил. Вброд. Здесь побуду? Как это? Ну, мы сейчас перейдем на ту сторону, и ты побудешь. А, я глубоко. Дань, главное, не сядь. Вы видите, что происходит вообще? У меня уже все штаны мокрые. Все, высохнет. Конечно, это классно. Прелесть. Дань, ты тоже уже мокрый? Да. Главное, сандали береги. Вообще. Кто хотел купаться? Я.
Слушайте, это вообще, это, конечно, супер приключение. Нелегко, потому что мы не привыкли ходить на такие расстояния, на такие трейлы, но, блин, классно. Мам, я тебе камни. Завтра, примерно до завтра. Пап, принеси мне палку сюда. Я уже одеваюсь. Давай мы сейчас ее уберем, сейчас уберем. Что это он? Дети понадобились. Эй, отпусти. Лишник. А можно мне его выловили. Красавца. Можно вот так перевернуть? Можно потрогать? Ай, бррр. У нас сейчас будет проход вброд номер 2. Еще мы дошли до какой-то речки. Наверное, нам туда сейчас надо будет вернуться. Не знаю, ждем ребят с карты. И они нам все скажут, куда двигать. А здесь, видите, маленькие рыбки плавают. Очень приятно. Не то, что ты мне посидеть, но это приятно. У нас теперь идет интенсивный подъем вверх. Перейти обратно. Вау, thank you. Вау. Они на пыли. Да, на пыли. Это что-то нереальное. Okay, turn around, and you guys all get next to your sisters on both, next to everybody, next to him on both sides. Я тоже ведь хочу. Давай, сейчас потрогаешь. He wants you to pay attention to him. He's following you. А ты там еще дальше. А он хочет есть? Ручкой так. А он хочет есть? О. Думаешь, что да? He's sweaty, huh? Лучше не надо. Really sweaty. Потому что у нее сейчас во рту как это там стремя. Смотри. He's looking for a cookie. Куда ножки вставляются? Привет! Прямое включение из машины. Я сейчас поехала по делам и 5 минуточек с вами поговорю. Мы вернулись, дико устали, сил нет. Душ приняли душ. Как правильно сказать? Приняли или приняли душ? Скажите мне, кто хорошо разбирается в русском языке? Кто профессионал? Еще раз хочу сказать спасибо всем большое за комментарии, которые вы оставляете. Все читаем, все видим. Спасибо вам большое за поддержку. Очень много вопросов. Как дела у Кирилла? У Кирилла все хорошо. Все нормально. Он учится там в школе. Что-то мне телефон упал. Он учится там в школе, учится хорошо. Ему очень нравится. Кирилл учится, он играет. Мы за ним наблюдаем. Надо мне вставить видео. Я сейчас сюда, наверное, вставлю видео, каким образом мы за ним наблюдаем. Всем привет! Я отвела Даню на футбол. У него сейчас будет занятие, тренировка. А я сейчас чем буду заниматься, вы даже не представляете. Я вам сейчас покажу, что я буду делать. Смотрите. Вы видите? Сейчас я потише сделаю. Кирилл играет. Я смотрю прямую трансляцию с сайта. Прямо сейчас у них в Техасе идет игра. Их первая игра, первый период. Чуть-чуть я пропустила. Ну, я не пропустила, на самом деле, пока шла, ввела Даню на футбол. То есть у них там приветствия были. Вступительная часть, так скажем. Вот, а сейчас в прямом эфире билеты. Вот Кирюха вышел, у него номер 7. У них билеты платные на вход. Представляете? Так, Кирюша на сбрасывание у нас. Я такой этот комментатор. Немножко пропустил. Проиграли. Так что я болеем за наших, так скажем. Это первая игра у них официально, первая игра в сезоне. С комментаторами.
Мы смотрим. Где-то они выигрывают, где-то проигрывают. В целом все нормально. Ему нравится. Мы ему много раз предлагали: Кирюха, как у тебя там, держишься, не держишься, хочешь, давай домой. Он, конечно, отказывается. Спрашивали, сейчас впереди там какие-то будут праздники, День Благодарения, когда приедет. Он, скорее всего, не сможет приехать до Нового года к нам, потому что у него все выходные на данный момент расписаны. У них пятница, суббота, воскресенье – это игры. А насчет того, чтобы мы к нему поехали, тоже вопрос такой, знаете, сомнительный. Очень хочется. У него скоро день рождения, ему скоро 18 лет исполнится. Хотелось бы, конечно, как-то в этот день быть рядом, поддержать. Вот. Но, с другой стороны, у нас нет такой возможности в плане, что у меня обучение. То есть пропускать нельзя вообще. Потом будет там экзамен. А потом я планирую брать еще один курс. Такой экспресс-курс небольшой. Но если я оформлюсь на него, когда напишу заявление, если все хорошо получится, я вам уже расскажу подробнее. Вот, так что у Кирилла все в порядке, все нормально. У меня все хорошо, мы сейчас проходим практику, я говорила. Сегодня мне дали бумажку о том, что я могу заполнить на работу заявление, да, заполнить аппликацию, написать заявление о приеме на работу. То есть, в принципе, это возможно, это реально, но я пока, скорее всего, это делать не буду. Потому что на самом деле у нас получается, пока мне некогда работать. У нас Дани не ходит на продленку. Возможно, он сейчас начнет ходить на утреннюю продленку в школу, вот до школы, потому что на данный момент у него начинается школа в 8:10, а у меня, например, мои уроки или моя практика начинается в 8 часов. Мне ехать достаточно далеко, и даже если недалеко, то пробки в это время, пробки, мы работаем, то есть, ну вот, вблизи госпиталя, и вот на подъезде к этому госпиталю каждый день просто нереальное столпотворение. Попасть на работу я уже, видите, оговорочка, на работу, сложно туда добраться вовремя, поэтому мне надо выходить еще раньше. На данный момент мне помогают Дани на одноклассники, родители ребенка, который учится в нашем классе. Они живут недалеко от нас. Я завожу утром Даню к ним домой и еду учиться. Они потом ведут своего ребенка и заодно Даню в школу. Почему? Потому что на продленку мы не успели. А я не знаю, мы вам рассказывали страшную историю, как нас удалили из школы. Наверное, я им тоже это не рассказывала. Кстати, момент такой. В общем, мы из-за того, что нас удалили из школы, я сейчас расскажу, почему. Из-за того, что нас удалили из школы, мы, получается, сошли со всех позиций в ожидании продленки. Мы должны были изначально, в прошлом году Даня был на продленке, и мы должны были в этом году идти на продленку, мы на нее записывались. На момент, когда нас восстановили в правах в школе, в нашей, уже на продленку заявлений не принимались, представляете? Но так как они нас удалили, и так как на момент, когда нас заново принимали, уже был сформирован весь лист продленки, они нас взять туда не могли, но они нас хотя бы поставили в лист ожидания. Продленка после школы, там лист ожидания порядка 100 человек, это вообще нереально. А до этого, видимо, был COVID, и все сидели по домам, и многие учились онлайн, и поэтому проблем с этим не было. Сейчас это проблема. Поэтому, товарищи, кто нас смотрит? Сейчас, когда в ближайшее время, я не помню в какое время, но они присылают письма, откроется запись на продленку на следующий год, записывайтесь. Будете выходить, не будете, вы всегда можете отказаться, надо вам это или нет. Вы записывайтесь заранее, потому что потом просто можно остаться в пролете. Вот. А со школы мы пролетели, в общем, когда мы увозили Кирилла в Техас, я что-то говорю Саше, мы ехали на машине, я говорю, что ты мне, со школы никаких писем нет, когда у нас что, я знаю, то есть мы когда заканчивали учебный год, нам выдали бумаги, что у нас там 11 что ли августа там ориентация будет, и мы должны прийти познакомиться с учителем.
И то это, как бы, хотите приходите, не хотите не приходите, на ваше усмотрение. У меня вот эта информация была единственная, больше мне вообще ничего не присылали со школы. Я говорю: Саша, как так, скажи мне, пожалуйста. Саша, надо позвонить, короче, тут мы Кирилла везли, тут мы отдыхали, путешествовали, вообще не до этого было. И там пятница, понедельник, Саша говорит: Настя, ты узнала, что-нибудь тебе написали там со школы, что-то тебе сказали? Ничего не сказали, ничего не написали, надо позвонить, позвони. Я звоню в школу и говорю: здравствуйте, я мама Тани. А скажите, пожалуйста, а почему нам никто ничего не говорит? Они говорят: а вы были переведены в другой школьный дистрикт? Что? То есть вы знаете, мы остались вот в нашем районе, мы сняли достаточно дорогое жилье. Мы сняли жилье это без гаража только для того, чтобы Даня остался в этой школе. И накануне, за там 3-4 дня до начала учебы, мне говорят: а мы вас выписали? Это как это так вообще просто? Я, вы знаете, я... Нам всем было плохо, нам всем было плохо. Даже, по-моему, Кириллу было плохо. Даже Кирилл понял вообще, что произошло. Это был ужас, честно сказать. Короче, когда я звонила, мы там переписывались с дядечкой, с мужчиной в нашем дистрикте. Я у него спрашивала, мы с ним переписывались письмами, подходит этот район или не подходит для переезда. То есть, сейчас, секундочку. Я уже приехала. Быстро договорю. В общем, я связывалась, у нас такой Серджио там был в дистрикте, и я ему писала, то есть есть карта онлайн прям, вот можно зайти на сайте и посмотреть, относится дом к этой школе или нет, прям на сайте дистрикт района, на сайте школьного, как сказать, то есть у нас есть вот округ, да, как вот там в России районы, вот у нас есть такой школьный район. Я могу забить адрес дома и проверить, относится этот дом к нашей школе или нет. Но некоторые адреса не пробиваются. И если они не пробиваются, там написано: обратитесь, пожалуйста, туда-то. Когда мы искали жилье к переезду, я постоянно проверяла тот или иной дом. И если вдруг было что-то интересное, то есть вы помните, мы один раз, по-моему, подавали аппликацию, и вот второй раз нам одобрили. Или две аппликации, я уже не помню. Ну, в общем, вот когда было что-то серьезное, я им писала прямо этому напрямую: скажите, пожалуйста, этот дом относится или не относится к нашей школе? И он мне говорил: относится, не относится. И, в общем, вот на квартиру, которую мы подавали, где нам отказали, она была в другом школьном дистрикте. И я его спросила: а можем ли мы попросить, что нам нужно сделать для того, чтобы остаться в этой школе? То есть мы переезжаем в другой дистрикт, но хотим остаться в этой школе. И этот дядечка перевел меня на женщину, которая может ответить на все мои вопросы, на которые уже он ответить не может. И мы с ней имейлами переписываемся. Она мне сказала, что нет, это невозможно. В общем, там нужно это делать, чтобы оставить Даню в школе. Я должна сделать запрос по адресу в школу. Эта школа должна согласиться отпустить ученика, а это школьное дополнительное финансирование. То есть это целая история. Маловероятно, что она откажется. А потом уже пишут сюда. И наша школа должна согласиться принять ученика, если у них есть свободные места. А свободных мест у них уже не было. Вот почему была вся истерика, что мы уже на тот момент знали, что у них свободных мест в школе нет. И ребята, которые переехали в наше комьюнити тоже из-за нашей школы, они в нашу школу не попали. И вот когда мы увидели, что Даню, сказали нам, что Даню вычислили, выгнали из школы, вы представляете, вот просто было состояние реальной истерики. Как мы вообще такое забыли вам рассказать, между прочим? Так вот, эта женщина, она не знала, что мы вот с этим Серджио переписывались, я искала жилье, куда нам переехать, чтобы остаться в этой школе. Она поняла, просто он ей перекинул адрес и ответы на вопросы, и она восприняла так, что это руководство к действию, что это значит, мы переехали по тому адресу, про который я спрашиваю. И она автоматом после нашего с ней разговора взяла и перевела нас по тому адресу, который был указан в письме, вопрос, что, ну, как бы, каким образом нам можно остаться в этой школе. То есть, грубо говоря, вырвали из контекста, и здесь тоже, может быть, моя ошибка, может быть, надо было как-то расписать. Мне, я в голову не могла взять, вообще мне в голову не могло такое прийти, что может такое случиться, что они могут...
То есть, ну, мы не писали, мы переводим ребенка, мы забираем ребенка, а мы переехали, любые какие-то слова, руководство к действию, понимаете? И я не знала, что она вот это вот воспримет, как вот реально надо нас переводить. Дальше были жуткие, наверное, 3-4 часа попытки дозвониться. Здесь бюрократия еще та. Дозвониться до этой женщины. То есть получилось, что вот этот мой Серджио, с которым я переписывалась, он накануне уволился. И теперь за это отвечала только та самая женщина, которая нас перевела. И до этой женщины не дозвониться, потому что буквально на носу начало учебного года, и ее днем с огнем не сыщешь. В общем, у нее почтовый ящик, там voicemail, который voicebox переполнен. Это просто вообще 4 часа сумасшедшего ожидания, попытки связаться еще с какими-то начальниками. Это вообще бесполезно, только эта Марья Ивановна вообще занимается этими вопросами. Когда мы дозвонились до Марьи Ивановны, конечно... Эмоции у нас были. В общем, она сказала вам 5 минут прислать подтверждение адреса. Мы в Техасе, на минуточку. Вам 5 минут на то, чтобы вы мне прислали все документы, что вы там живете. И я вас восстановлю в правах. Слава богу, у меня все это было, потому что я же уже Серджио-то подправляла подтверждение адреса. Он, кстати, уволился, вот еще. Буквально там, может быть, вот перед нашим отъездом, как только мы заключили договор, я прислала в школу документы, не, вот этому Серджио, который занимался, я прислала подтверждающие документы о том, что мы сменили адрес. То есть поставила школу в известность, что мы сменили адрес, чтобы они нам письма-то присылали на новый адрес, понимаете? А он уже в этот момент уволился. Вот что, он мне ответил, дошлите мне еще то-то. Он мне ответил и уволился, и все. Я ему дослать-то дослала, но то, что до него ничего не дошло, то, что мы не числимся, в общем, вы не представляете, что мы испытали. Она нас тут же восстановила, мы тут же позвонили в школу, тут же все решили. У нас замечательная учительница, не та, которая планировалась, прям вот в этом плане, нет худа без добра. Но с нами была такая история. Это вообще, вот вы, наверное, слышали, как я вам сейчас ее рассказывала, потому что это вообще, это просто, это было что-то с чем-то вообще. Это ужас. Я не знаю, почему нам так везет, но мы проходим через все. Я побежала, увидимся в следующем видео, берегите себя, пока-пока. Так, что я хочу сказать. Наш вечер иногда проходит вот так. Это наша любимая игра «Катан». В России, по-моему, это колонизаторы, да, Данюш? Нравится тебе? Да. Арбузик мы порезали, уже, правда, почти съели. И играем с Даней. Нам нравится. Гуча сзади у меня на плече болтает. Ой, вот это тут все. Классная игра. Катан или в России колонизаторы, обратите внимание. Одна из любимых.